Сегодня у нас большой христианский праздник Пасха. В связи с этим я хотела вам показать произведение Павла Михайловича Кондратьева «Ангел». Павел Михайлович родился до революции в 1902 году, прожил достаточно долгую жизнь. И ему посчастливилось быть знакомым и учиться у таких художников, как Филонов, Малевич, Владимир Стерлигов, который сам был одним из учеников Малевича. И, конечно же, Павел Михайлович прошел через увлечение идеей и философией каждого из этих художников. И уже в советское время, в 60-е годы, пришел сам к пониманию, что есть суть божественного. Он разрабатывал очень долго эту философию. Сегодня мы об этом говорить не будем, потому что это достаточно серьезная тема и не позволяет нам углубляться в анализ в рамках такой нашей короткой встречи. Но попробуем понять, глядя на это произведение. Перед нами женская фигура, и на эту мысль нас наводит само одеяние вот такой вот цилиндрической формы. Это женское одеяние, и в то же время это ангел, что его крылья распластаны на двухмерной плоскости вот этой бумаги. Что мы чувствуем, глядя на это произведение? Человеческая суть изжита. Человек становится ангелом, потому что фигура, она совершенно бесплотна, она неосязаема, нет веса, формы размыты, они растворяются в свете. Но это не тот свет, который освещает, а тот свет, который излучается изнутри. Обратите внимание, как художник накладывает вот эти цвета карандашами разных цветов. Они действительно дают ощущение свечения. Сам свет становится светоносным. И от человеческого остается только состояние. Это состояние просветленности. Я бы сказала, что это легкое касание, а может быть даже попытка прикосновения к энергии божественного. И художник практически создает свой образ, воплощает свою поэтическую веру о разуме Вселенной. В этом и есть суть божественного для Павла Михайловича. Всем просветления в такой большой праздник!